Привет всем! С вами канал Кардинал Тетра, и все вы меня знаете как разводчика Красного Неона. Вот, конечно же, я думаю, вы догадались, что в Украине сейчас не снимают видео про рыбок, что в Украине сейчас идет война, война, в которой российская агрессия, российские оккупанты топчут нашу землю, убивают мирных жителей, убивают женщин, убивают детей. И сегодня я хочу обратиться к россиянам, которые смотрят это видео, и рассказать вам, кто же такие бандеровцы, от которых ваш Путин сейчас зачищает нашу страну. Итак, я перед вами. Бандеровцы, мои дорогие, это те, кто любит свою землю, любит свою страну, работает. Вот мы, допустим, разводили рыбок, работали. И вот именно от нас, от таких вот, зачищает ваш Путин сейчас, ваше хуйло, зачищает нашу страну. И все, что вам показывают, что мы вас ждем здесь, что мы вас тут встречаем, это полное вранье. Мы готовы воевать, готовы отдать все. Наши дети копают траншеи. Наши люди ненавидят вас. Они ложатся под БТР ценой своей жизни, чтобы остановить эту оккупацию. Ваши дети, которых вы сюда посылаете, 20-25-летних мальчишек, уезжают отсюда грузом 200, их хоронят тысячами каждый день. И вы бездействуете. Ваше бездействие подобно убийству. Вы ничего не делаете. Вы ничего не делаете. Вы не выходите на улицы. Вы не пытаетесь снести этого урода, который у вас во власти. Вы сами его пригрели. Ваши руки в крови. Вы ничтожны. Вы ничтожны все, кто сидит и думает, что отсидится. Победа за нами, и мы придем к вам. Придем к вам с войной. Но вы можете это остановить. Остановить уже это сейчас. Остановить и исправить все это. Чтобы перестали гибнуть люди, перестали гибнуть дети, перестали гибнуть ваши дети. Ваши дети, ваши матери отправляют своих детей на смерть. Очнитесь уже наконец. Что вы делаете? Я не понимаю. Не понимаю всего того, что происходит, и не понимаю этого безразличия. Чего вы боитесь? 15 лет вам дают? А вам не страшно, когда дети сидят по подвалам, а сверху бомбят? Боятся они. Выходите тысячами, десятками тысяч, сотнями и снесите этого урода. Он весь у нас. Сейчас все силы брошены к нам. Также хочу обратиться, если нас смотрят граждане Молдовы, граждане Грузии. Почему вы сидите? Почему вы бездействуете? Вы нас как никто понимаете. У вас есть оккупированные территории, такие как наш Крым, Донецк и Луганск были все эти 8 лет. Вы сейчас чего вы ждете? Освобождайте, возвращайте свои земли, выходите войной. Я не понимаю, почему весь мир смотрит. Для меня это непонятно, но весь мир с Украиной, нам помогают. И весь мир против вас, мы победим. Мы обязательно победим. А какой ценой будет зависеть от вас? И сделаете вы сейчас, остановите это или нет, или будете дальше продолжать преступно сидеть дома. Просто преступно. Каждый день гибнут мирные люди. Мы вас здесь не ждем. Вы не нужны здесь, вы не освободители. Вы оккупанты, вы хуже фашистской Германии для нас. Наши дети вырастут, зная одного врага — Российскую Федерацию. Будьте вы прокляты, если вы ничего не сделаете. Горите вы в огне.